сентябре нас ждут в Крыму. Сначала на фестиваль к Роману Герейло. Это Баштановка возле древней столицы Крымского ханства. Да, не Казанского, а Крымского ханства. А потом сразу после этого фестиваля мы едем в Ялту, где уже удалось все, так сказать, выстроить, и продолжим занятия первой и второй ступени в этом замечательном курортном городе. И нам открыл свои объятия один из старейших санаториев этого города, санаторий Делоси, который находится прямо над Массандрой. Внизу море, пляжи, а это горы. И все оттуда открывается, хотя и до пляжа там не так далеко. 500 там с небольшим метров высоты. Высоты, но ходят высоты. Автобусы просто спускают людей. Ну, ходят автобусы, да. Да и дойти там не так далеко, там 1,5 километра пробежаться, это недолго. Вот. Значит, нас там тоже уже ждут. Мы там открыли свой уже офис в самом центре Ялты. У нас есть там административная поддержка. То есть к нам с большим, так сказать, вниманием и ласково и уважением отнеслись в администрации города. Поэтому мы думаем, что у нас этот процесс пойдет. В Минюсте с большим опережением там тоже все для нас сделали и начали. Проводили регистрацию ускоренными темпами. Уже снят офис, как я уже говорил, в роскошном месте просто. Так что будем переезжать туда. Ну, собственно, об этом, наверное, может быть, более подробно расскажет вот Наталья Леонидовна, она тоже была вместе со мной в Ялте, когда все встречи проходили, переговоры, регистрации, все это видела. Может быть, она тоже поделится своими впечатлениями об этом городе. Еще раз, дорогие друзья, здравствуйте. Речь идет о том, что учение, которое выходит сейчас в свою актуализацию, которое уже существовало тысячелетия, эоны на Земле, оно будет проходить в таких трех основных базах и центрах для того, чтобы людям было удобно, во-первых, приезжать туда по месторасположению, во-вторых, выбирать удобное время. Поэтому, пожалуйста, Казань, Пушкино, Москва, вот август месяц, да, а затем Делоси, Ялта, сентябрь, бархатный сезон. То есть первую половину дня вы посвящаете обучению, учебе, а далее, как говорится, единению со всеми стихиями. И море, и горы, и солнце, и земля, и природа, и деревья. И все это одно поддерживает другое. И результаты получаются необыкновенные. Тем более, что Делоси по специализации – это легочный курорт. Это находится в горах, где сосны, и вы наслаждаетесь этим запахом, который перемешивается с запахом моря. Пожалуйста, выбирайте, это будет очень хорошо. И прочтете расписание, прочтете условия размещения, проживания с трехразовым питанием. Мы, как говорится, посмотрели то, что нам предлагали, дали свое добро, потому что есть люди, которые хотят жить на месте, кто-то, может быть, в другом месте захочет себе найти. Но это уже другие вопросы. Главная база создана.